В железнодорожном районе сотрудники Следственного комитета и полиции разбираются с обстоятельствами гибели 23-летнего молодого человека, выпавшего с высоты 11 этажа. Его тело было найдено около 6 часов утра на газоне у подножия новостройки, стоящей у рынка Али на улице Карла Маркса. Хабаровчанин проживал в этом доме. По предварительным данным, он выпал из окна своей квартиры. Был ли в ней на момент трагедии кто-то еще, устанавливают правоохранительные органы. Соседи не слышали никакого шума, который мог бы свидетельствовать о криминальной подоплеке падения. Скончался молодой хабаровчанин мгновенно. Врачи сюда приезжали лишь констатировать наступление смерти. Соседи характеризовали погибшего как интеллигентного и порядочного человека. Он работал стоматологом, занимался спортом. Одним из увлечений был хоккей. Квартиру в высотке выпускнику вуза купили родители-предприниматели, живущие в этом же подъезде. Люди не замечали, чтобы у хабаровчанина собирались какие-то компании. Шума и вечеринок не было. Момента падения никто не видел. Тут женщина, которая ТСЖ управляет, ремонтные работы проводила с рабочими по канализации. И я поинтересовался, она вот говорит, да, что молодой парень вроде бы с 11 этажа в этом доме выпал. Ну, неизвестно почему, то ли несчастный случай, то ли еще что-то. По факту гибели молодого человека ведется доследственная проверка. Ее ход в Следственном комитете не комментируют. Рассматриваются все версии, включая несчастный случай. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алферов.